сегодня в суде Центрального района должны были выслушать свидетелей, которые находились в ночь с 26 на 27 июля в районе Старого базара, где и произошла драка со смертельным исходом. Двое свидетелей по объективным причинам явиться на заседание не смогли, поэтому участники процесса, жена погибшего Павла Рохлова Светлана и подсудимый Михаил Старцев, слушали одного свидетеля, который был на месте событий. Эта девушка 87-го года рождения. В ту ночь она вместе с подругой хотела провести время в кафе, после которого и завязалась потасовка, но отдохнуть девушки так и не смогли. За всем конфликтом они наблюдали из салона автомобиля, пытались вызвать скорую помощь и полицию. В стороне защиты и обвинения показалось, что девушка уже слегка путается в показаниях, если сравнить то, что она говорила сегодня, и то, что она говорила следователю летом 2020 года. Впрочем, все это можно объяснить тем, что с той роковой ночи прошло уже слишком много времени. Но, наверное, самое главное, свидетельница пропустила саму драку между Михаилом Старцевым и Павлом Рохловым. Она не видела. Напомним, очевидцы говорят, что Старцев, отметим, он экс-боксер, нанес смертельный удар Рохлову. Мужчина умер на месте происшествия от черепно-мозговой травмы. Сам Старцев сейчас находится под домашним арестом. Следующее заседание должно состояться 12 мая. В суд должен прийти еще один участник конфликта, тот самый загадочный мужчина с тростью. В соцсетях утверждают, что именно из-за этого мужчины и началась драка. Кто-то говорит, что он инвалид, кто-то утверждает, что это вовсе была не трость, а арматура или палка, но это уже предстоит выяснить суду. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком.